Это тот, кто вам нужен. Ну и надымили. Топор можно вешать. Поезда кое-что запретили. Мне кофе. Какой желаете? Двойной. И покрепче. В сию минуту. В клубе ты имеешь. Да, пусть кто хочет делать. Я сигарету не брошу. Это мой табурет. Слезай. Извините. Мне не сказали. С вашего позволения представлюсь. Меня зовут... На этом и закончим. Не хочу перегружать память. Видите ли, я представляю газету из Бергамо. А я не представляю. Сколько сахара? Два, но чтоб я видел. Наша газета хотела бы на ваше рождение отреагировать большой статьей. И притом на первой полосе. За плату? Нет, бесплатно. Это меняет дело. Я готов. Что вам нужно? Кое-какую информацию я уже успел получить от ваших друзей. Они рассказали, что у вас... Так, и что же у меня? Если не кривить душой, портрет получится не очень-то хороший. Конечно, на вид вы симпатичный человек, известный в округе, но, говорят, у вас плохой характер. У меня плохой характер? Это у меня-то он плохой? Да! Кто сказал? Хором, это еще не значит, что так считает каждый из вас. Я спрашиваю, кто лично. Вот ты, плохой у меня характер? Да. Смелый, и за это прощаю. Ваши друзья утверждают, что вы такой резкий и раздражительный, потому что вовремя не женились. Значит, у меня плохой характер от того, что меня не окрутили. У вас такой характер от того, что вы до сих пор холостой. Так я и понял. Плохой характер, потому что меня не удалось окрутить. И вы, ничтожные подкаблучники, женатые отребья, смеете мне говорить такое? Вы, которых окрутили женщин, перекроили по своему подобию, да вы забыли, что такое мужской характер. А тебе нечего говорить, тяжелый случай. У этого доженить бы была копна волос. Где они теперь? Ты был как колосок, а сейчас? Подвинься, пингвин надутый. У тебя была железная хватка. Ну, и что же ты хочешь? Показать, чем ты стал теперь, после того, как женился. Вот это да. Да что же с ним, наш силач? У тебя был рост 2 метра 40. Ты мог заметить жаворонка высоко в небе, а теперь не видишь собственного пука. И они еще меня жалеют. Мне сегодня исполнилось 40 лет, а я в превосходной форме. Может кто-нибудь из вас, женатиков, повторить такое? О, это что, ровно? Ерунда. Тренировался, чтобы доказать. Ну и что? А характер шерно-скверный. Следите за руками.